Жара сбавляет обороты. Здравствуйте, это прогноз погоды в студии Галина Исаева. В ближайшее время я расскажу вам о том, что нас ждет завтра. Информацию предоставил центр ФОБОС. В четверг антициклон, который занял северные и центральные районы Западной Сибири, начнет осваивать южные территории. Поэтому облаков станет еще меньше. А вот температура чуть-чуть понизится. В среднем столбики термометров будут держаться 25-градусной отметки. Итак, в Тобольске переменная облачность и дождь, ночью ожидается плюс 15 градусов, днем потеплее до 24. Выше мета облака то солнце, дождя синоптики не обещают. В темное время суток до 18 тепла, в светлая температура выше, плюс 27 градусов. В Заводоуковске облачно, есть вероятность осадков. Что касается температуры, ночью тепло, плюс 14, плюс 16, днем 25, выше 0. В Ялуторовске похожая погодная ситуация, в ночные часы плюс 16, в дневные плюс 25. В Тюмени переменная облачность, днем на термометрах плюс 25, ночью чуть прохладнее, плюс 16 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба.